Сегодня на ужин мы готовим горячее блюдо из форели. Дочь купила форель. Вот, цена ее 16,54. Тут почти 2 паунда, да? Я так поняла. Ну, давай я посмотрю. Посмотри, что тут написано. Ну да, 1,95. Ну, почти 2 паунда, вот 16 с чем-то там ну, стоит. Ну, считай, 850 грамм, 800. Ну, выкинуть можно. Она была нечищенная, я ее вычистила, вымыла. Ну, тут вот боковинка прям это. Я не знаю, меня видно-то? Нет? Видно, все видно. Боковинка и без косточек, без ничего. Теперь, значит, я ее буду как форель по-царски типа делать. Что у меня для этого? Хотела делать каждому формочку, потом что-то захотелось в одной сделать. Еще буду я в каждому. Мне нужна луковица, я вот взяла луковицу. Она примерно 225 грамм, это луковица. Не примерно, а точно я ее завешала, что говорю-то. Теперь морковку тоже, две морковины у меня 220 грамм. Сейчас я лук буду обжаривать на оливковом масле. Порежу его кубиком и обжарю. Вот я этим и занимаюсь, собственно. Так, сейчас я иду обжаривать лук, и мне еще потереть морковь надо. Я примерно налила, ну, наверное, ложки две масла. Сейчас я сюда опущу лук и буду обжаривать на масле. Обычно. Здесь быстро греется эта плита, поэтому я насыпала. Короче, жарим до золотистого цвета. Я тру морковь. Пока обжаривается лук, я тру морковь. Чтобы не сгорело у меня здесь. Я говорила, быстро плита накаляется. Духовку, кстати, мы включили на 200 градусов. На 200 градусов это по Цельсию. У нас Фаренгейт, поэтому у нас до 400 будет нагреваться. Здесь все наоборот. Не говори. Так, я убавлю немного температуру, потому что стоять тут мешать не ась. Снимаешь? Да, снимай. Ты как это, помнишь видео, папа? Я обрежу. Кто-то комментарий написал. Да я. Ну что? Ржаешь, да говори. Мне просто смешно. Я опускаю морковь. Я обрежу. Это мы смеемся. Так. И до мягкости мне надо, чтобы лук и морковь у меня мягкие были. Жарко это. Мне так, мне когда посмеяться захочется, я вспоминаю это видео. Там, ой, я обрежу. Комментарий в точку. Смешинка в рот попала. Ага. Вкусно так пахнет, кстати. Рыба по-царски, морковь, лук по-царски. Ну а что, цари не ели овощи, что ли? Они наоборот забили. Мы это, как Беляков этот, о, мы жена с тобой картошку французскую едим. Да, у нас любимая шутка. Мы ее в каждом видео упоминаем. Да? Да. Совсем что-то там ничего нет. Все масло уже. Истратила. Истратила, да. Какая-то растратная. Сами готовьте, я буду приходить на ужин, на обед. Я нарезаю рыбу. Буду кусочками нарезать. Ой, что-то то ли нож не режет. Да у нас ножи все тупые. Кто тут может взять? Вот так вот я точу ножи. А я помню, один раз я снимала трансляцию, и кто-то сказал, зачем такие большие ножи брать? Потому что у меня все тупые, поэтому я беру. А мне нравятся большие ножи. Или... Ну, рука устает, действительно, они были правы, что рука устает. Я пальцем этим указательным брала, и у меня он очень устал. Ну, для твоей ручечки, конечно.
А мне нравится. Повара все почему-то огромными ножами пользуются. Уже почти до мягкости. Никакого его масла тут внутри нет. Все впиталось. Примерно мне надо ложку. Ложку лайма. Это лайма, да, ага. Ну это маленькая же. Ну все, хватит. Угу. И перемешиваем. Ты оперативненько быстро так чик-чик-чик. Еще быстро. Это посыпаем приправку. Это приправка для всего. И тут, кстати, еще соль есть. Она уже с солью. Соль, перец, там всякая разная. Да, ну еще черненького перца добавим. Перчик-то мы любим. Ну, немножечко совсем соли. Ну, совсем чуть-чуть. Как вот истинный повар, ты любишь все из рук рассыпать. Да, люблю. Я люблю высыпать. Правда, руками. Я здесь приготовила 170 грамм сыра. И вот здесь у меня 2 ложки сметаны вот этих вот полных. Так, что я буду сейчас сюда? Я сейчас буду сюда опускать, перемешивать с морковью, с луком, все вместе. Опускаем все это. Пришел наш папик. Все овощи. А у нас, кстати, муж Наташи не любит рыбу. Вообще ее терпеть не может. И такой ужин для него. Вот я не знаю, для какой цели она это сделала. Ну, он, как бы сказать, переваривает ее, он может ее есть. То есть вот так вот у нас. Один раз в год мы ее... Поэтому я и не покупаю рыбу. Мама говорит, что ты рыбу не покупаешь? Ну вот, муж не любит, что я для себя вот такую вот лохмоть рыбу буду готовить. Ладно, теперь сюда эту сметану размешиваем. Такие запашки идут вообще. Передавала бы камера запах. Я как Юлия Высоцкая, слушай. Передавала бы камера запах. У нас такая красота, у нас так все вкусненько. Ну, тогда, если бы камера запах передавала, то люди, которые смотрят видео, в том числе я, у меня померут слюны, извини. Уже, что ли? Да. Откуда она тогда... у тебя еще ничего не готова? Так ты бы, ты говоришь, передавала бы камера запах. А запахи-то я чувствую сейчас. Ну вот, размешиваю тоже со сметанкой. Как все красиво это. Даже на камере хорошо смотрится, слушай. Я вообще, честно сказать, мало сметанки положила. Надо еще большую ложку. Вот вопрос у меня. Ты же лучше в этом разбираешься. Чем форель отличается от семги? Не знаю я тоже. Я раньше почему-то семгу покупала именно. Я думала, какая разница вообще? Форель-то дешевле. Форель по суше. Наташ, нам надо сметанки ложку. Окей. Я добавила еще ложку сметаны. Сейчас перемешиваю, хватит нам. Была бы у меня здесь горчица или хрен в баночке, я бы обязательно добавила. Но у дочи нету. Ладно, так пойдет. Сейчас я корму. А ты сбрызни ее хотя бы. Я хочу чем-то смазать. Диклофосом. Диклофосом. Ну, у кого нету этого? Можно просто Наташа, мне кажется, закончился. Там... Да, Волган. Волган. Ну, я вот так вот, я до последнего выдавливаю. Ну, давай, все. Его это... надо... Давай, опа. Ты специалист-то? Ну, я привыкла уже. Вроде кажется, Волган, а потом потрясешь, он еще не Волган. Ну, ты хорошо смазала? Да, хорошо. Все. Все, выкладываю. Теперь в общую эту... Какая смесь. Ням-ням-ням-ням-ням. А мне кажется, это моему мужу понравится. Мы один раз были, когда в ресторане в каком-то. Он заказал рыбу, но он говорит, что она была вкусом не как рыбой, поэтому она ему понравилась. Рыба со вкусом не рыбы, со вкусом мяса. Ой, не знаю, что за человек. Рыба такая вкуснотища. Тем более тут ешь не хочу. Так, все это разравниваем. Не очень толстый слой у нас. Примерно
минут на 20 поставим. Посмотрим. Я вот только с вашей духовкой вообще не могу. Ну, она интересная. Я до сих пор с ней редко привыкаю. Вот сейчас мы поставим сначала минут на 15, а потом мы достанем и засыпем сыром. Окей? Окей. Ну, нам же надо накрыть ее. Нет, фольгой. Не так прямо поставим. Прям так? Ну, давай накроем. Ну, мне кажется, что оно засохнет сверху, ну, будет корочка. Достала фольгу. А дочь говорит: мама, зачем ты из коробки-то достаешь? Тут, оказывается, ножичек на коробке. Вот он. На каждой коробке, да? Да, и он режется. Может, но у нас-то... Для я удобства. Я и не обращала внимания никогда. Доставала и резала. А тут, оказывается, и ножички на коробочку. Ну все, тогда закроем фольгой. Ставим на минут на 15, а потом достанем, посмотрим, что там у нас. И я пока к духовке не приспособилась, поэтому я достаю из дома, то я бы... Конечно, поставила. Я сейчас вам кое-что покажу. Hey Siri, set a timer for 15 minutes. Okay, 15 minutes and counting. Та-да! Все, она на часах, скажет. Да, нам скажет она. Ну вот, ставим в духовку. Идем. Пойдем. Ну, открывай. И... Ну да, все, у меня таймер у меня на часах. Все. 15 минут, да? 15 минут, да. Достаю. Проверяем, 15 минут прошло. Не знаю, в моей духовке уже там все шкварчало. Ну, у нас, сейчас посмотрим. Прям там. Божечки, ты мой, тут еще конь не валялся. Даже не шкварчит ничего. Ну надо вот эту снять тогда. Давай снимем золотинку. Прошло 15 минут. Да, а что ее снимать? Она что дает-то? Что Блин. Дает? Она закрывает же. Это, как сказать, зато она сок сохраняет. Ну, хорошо. Мы сейчас прибавим духовку здесь. Без проблем. Давай, прибавляй. Сейчас у нас на 200. Да. Мы сделаем на 200, давай на 220 делай. Ну, я сделаю на 475. Не конкретно 220, но... Да, я не умею еще пока. Я сама, честно сказать, я тоже не умею. Я особо не часто в духовке готовлю. Открываем духовку. Ой, я, конечно, в духовке не приспособлена, поэтому не знала, сколько тут будет готовиться. О, кажется, что готово, да? Теперь все кипит, конечно. Сейчас мы это засыпем сыром. Засыпаем сыром. Таким вот слоем. И ставим в духовку, чтобы сыр расплавился и корочка ну, появилась. Ну, давай посматривать, я не знаю твою духовку. Окей. Все, наша рыба по-царски готова. Сейчас мы будем ужинать. Запах, и представляю, как это вкусно. И вам желаем приятного просмотра, приятного аппетита. Всем до встречи. Ну, скорее всего, в тарелке-то покажем что-то. Ну да. Алекс тут нам ковш поставил для игры. Oh, don't do that. Достаю эту рыбку. О, как тянется. Не говори, как на видосах хороших. Вот. Не говори. Очень красиво. Так красиво, я думала, разлезется все и распадется, а оно такое прям плотное. Да? Держит форму. Держит, да. Ну все. Всем приятного аппетита. Тебе нравится, Алекс? Да, Алекс нравится. Он у нас... Он вчера свинину не ел. Ну, давай, кушай. Горячая. Дуй. А ты что не дуешь? Да он. What is this stuff? Алекс, ну все, хватит болтать. Мам, вкусно? Очень вкусно. Все, всем пока. Well, don't eat it then. Все, пока.